В дополнение для тех, кто собирает идеальные гарнитуры, для тех, кто ценит янтарь или, возможно, только начинает свою коллекцию, сразу показываю и подвеску. Оставила кольцо на пальце, чтобы вы убедились, насколько дизайн идентичный, насколько они сочетаются и подходят друг к другу. У нас сегодня специальное предложение дня. Это серьги по беспрецедентно низкой стоимости. При этом есть еще и кольцо, и подвеска из коллекции «Солнечный янтарь». И стоимость 2999 рублей. Я сейчас в обморок упаду. На самом деле я просто даже не ожидала. Я давно работаю с янтарем, я давно рассматриваю эти украшения. Даже знаю, что сейчас есть федеральный целевые программы, которые поддерживают производители янтаря. Но вот такая стоимость, она невероятная, она действительно очень выгодная, тем более ваша скидка в рамках большой распродажи на телеканале Shoppin' Show составляет 1400 рублей. А вы знали, что янтарь невероятно ценен за рубежом? Вы знали, что мы, женщины, очень счастливые в России, потому что мы себе этот камень можем позволить. У нас есть и янтарный наш поселок, и есть еще телеканал Shoppin' Show с лучшими скидками и лучшими предложениями. Так вот, за рубежом янтарь стоит на порядке дороже. Я была первый раз на выставке за рубежом в 2008 году. Я была поражена, насколько там была очередь просто около янтарного стенда российского. Там женщины сходили с ума. А у вас есть такая возможность сейчас не сходить с ума. У вас есть возможность вот такой янтарь для себя выбрать по самой доступной стоимости. Хотите этот янтарь? Хотите себе его в коллекцию? Обязательно забирайте его для себя и для своих близких. Возможно, ваша мама или ваша бабушка, или ваша подруга также любит и собирает янтарь. Кстати, подвеска «Солнечный янтарь». Она также с очень крупным образцом. Медон, солнечным, теплым. А вы знали, что очень здорово носить теплые солнечные оттенки как раз вот здесь, в зоне сердца, там, где показывает наша модель Елена. И, кстати, обратите внимание, как хорошо вот с таким вырезом смотрится эта подвеска, но может она смотреться хорошо даже на глухой водолазке, как акцент. А вот и серьги, а вот и гарнитур. Весь она демонстрирует, даже не снимая, чтобы вы составили полное впечатление об этой коллекции.